Не так давно я делал видео про лайфстилера, да, когда вышло последнее обновление, типа, у него стала офигенно уматная ульта, там залазит в крипов и управляет ими. Что вы думаете? Сегодня я просто в лобби тоже продолжил испытывать эту ульту и нашел довольно интересный баг. То есть этот баг мы можем произвести, когда у нас будет лайфстилер плюс висп. Давайте я вам покажу в деле. Очень интересный и оригинальный баг. Так, сейчас я дам голды, но нам золото, в принципе, не нужно. Я сделаю, чтобы просто быстрее перемещаться, это нам не надо. Что нам нужно, чтобы смоделировать этот баг? Ну, во-первых, нам нужен будет в любом случае шестой левел, это без вариантов. Ой, левел ап 5. Нам нужна будет наша ульта. Хорошо, ульта у нас есть, телепортируемся. Теперь нам сейчас нужно будет дождаться нейтральных крипов. Хотя можно было это сделать на своих крипах. Ну давайте мы сделаем на нейтральных, без разницы. И пока мы ждем, создадим виспа. Висп. Опа, появляется у нас виспуля. Он даже курочку принес. Летающая курочка. Видите, уже летает сразу. Ладно. Все, ждем, когда появятся нейтральные крипы, пока мы дадим виспу шестой левел. Ему тоже нужен будет шестой левел. Качаем первый скилл и ульту. Все. Так, это было довольно громко. Теперь смотрите, пока у нас начинают вылупляться нейтральные крипы, в чем весь прикол? Висп делает связку с гулей. Гуля ультует и залазит в крипа. Висп телепортируется в любую точку карты. И мы смотрим, что произойдет дальше. Кстати, гуля может залезть в белку, смотрите. Ладно, все, пофиксили, раньше работало. Можно было залезть в белку, короче, бегать и все. Все, появляется у нас нейтральный крип. Короче, смотрите. Делаем связку. Опа, залазишь крипа. Висп без палева телепортируется в эту точку. Смотрим. Опа! А где Гуля? Его нету, да. Но это еще не все, нет. Не надо пока видео там закрывать, удалять канал. Пока еще нет, это еще не все. Это первый баг. Ну, я считаю, это баг, да, это неправильно. Теперь смотрите, что дальше. А где у нас Гуля? Хорошо, мы телепортировались без Гули. Ну, допустим, пускай будет так. Хотя мы были привязаны к точке, это неправильно. Такого не должно было быть по задумке игры. Теперь берем лайфстилера. Не включаем управление, а просто жмем ульту и смотрим, что произойдет дальше. Вы видели это, да? То есть Гуля появился возле виспа. Давайте мы сейчас сделаем еще раз, чтобы вы поняли. Смотрите. Да, прям здесь и сделаем. Рефреш. Еще раз сделаем. Ну давай, братюня, все. Так, дубль 2. Нам было подальше просто отойти. Подходим сюда. Залазит в крипа. Залез. Я телепортируюсь. Телепортируюсь без гули. Все, телепортировался, да? Интересно, а если связь остановить, что будет? Вот я остановил связь, да? Ну, допустим, смотрите, все, я без связи возвращаюсь обратно. Окей, возвращаюсь обратно. Мы сейчас попробуем все варианты, смотрите. Ну, окей, все, я ушел сюда, вот. Беру гулю, жму вылупление. Кстати, смотрите, я залез в крипа за гулю, при этом я не вижу его глазами. То есть Vision пропадает. Вот, вы видели, да? То есть Гуля появился у нас тут. А, правильно, правильно. Почему у нас первый раз не получилось сразу? Из-за связи. Надо было прерывать связь. Сделаем еще раз. Смотрите. Рефреш. Попробуем. Ну, естественно, мы же будем делать испытания, да, на максимум. Так, давайте мы сделаем. А Гуля не может залезть в куру? Не может. Давайте мы сделаем на крипе. Вот так вот.
Еще раз, есть у нас Гуля, мы связку делаем, Гуля залазит в крипа. Я телепортируюсь вот сюда вот. Телепортировался без Гуля. Вот мы видим привязка. Я убираю привязку и куда-нибудь убегаю, да? Типа, не надо меня бить, отстаньте от меня, не трогайте меня, шалунишки. Все, мы убежали. Допустим, я беру Гулю. А этот крип остался? Смотрите, крип... А, этот крип, он здесь, да. И жму вылупление. Ну, вот такой вот у нас баг, вы видите. Ну, то вообще, вот реально, с этим багом можно сделать огромное количество связок. То есть, перекинул Гулю и ушел. А когда пошел враг, ты взял, появился и убил врага. Ну, давайте мы сейчас сделаем последний раз. Я покажу с управлением. С управлением, по-моему, не работает. То есть, Ctrl. Смотрите. Попробуем с управлением. Ну, где это говно? Иди сюда. Давай, шапокляк, давай. О. Все, пойдем. Так, попробуем с управлением. С управлением. Нет, с управлением не получится, я пробовал. Но пробуем еще раз, давайте. То есть, делаю связку, залазю в крипа. Смотрите, телепортируюсь в любую точку. Отменяю связь и ухожу. Видите, я не вижу за Гулю, да, то есть Вижен не остается, как мы уже сказали до этого. Теперь, а если я в это время включу управление? Ну ладно, смотрите, во-первых, он показывает, что Гуля здесь. Ну хорошо, допустим. Все, Виспа убираем, я врубаю управление. А, ну нельзя. А, смотрите. Так, подождите. Нет, нет, надо еще раз. Вы видите, это очень важная тема, очень важная. Подождите, тогда это вообще получается реально почти чит. Смотрите. Ну как чит? Ну давайте попробуем еще раз. Если крипа будут убивать, при этом лайфстилер будет живой, это вообще будет жесть. Пробуем последний раз. Смотрим. Вот, кентавра, как раз нам нужен жирный. Еще раз. Так, рефреш. Поехали. Сейчас я делаю связь. Гуля входит в кентавра. Опа. Телепортируюсь в любую точку карты. Например, вот сюда вот. Смотрите, это последний эксперимент. Последний. Отменяю связь. Все. Дальше нам ссать на виспа. Просто ссать на него. Убираем виспа подальше. Выделяем лайфстилера. Где ты? Вот он, смотрите, да? Хорошо, ты уходи отсюда. Лайфстиллер, да, он будет видеть, когда мы врубаем управление. Врубаем управление. Теперь попробуем таким образом. В прошлый раз, когда мы убили кентавра, мы появились тут. Попробуем, чтобы нас убили, а не чтобы мы убили. Смотрите. Это будет последний эксперимент. Но вы уже увидели баг, я все вам показал. Давай, кентавр, подыхай. Надо, наверное, пойти на Рошан. Ну, нормально, пускай будет так. Давай. Мне интересно, где же он появится? Делаем ставки, где появится, где? Тут или там? Мне кажется, он тут появится. Да, господа, смотрите, это баг офигенный. А где он? Гуля, эй, босс! Так, подождите, это что-то странно. Смотрите, вы видели, да? Вы это видели? То есть, получается, если умер Крип, Гуля вообще остался где-то там, в параллельной реальности. Но это очень жесткий баг, нереально жесткий. Его по-любому скоро пофиксят, я уверен. Я выложу видео, по-любому там New Game посмотрит и вся корпорация Valve. Давайте глянем, кентавры. Но его точно нет, его убили. Да, его убили в любом случае, смотрите. При этом, заметьте, лайфстиллер получает опыт. То есть, смотрите, да? Находясь тут, помните, я делал видео про опыт и про радиус? Он получает опыт. Смотрите, 202. Сейчас убит крипа. 243, видите? Он тут получает опыт с этого лайна. А если мы нажмем управление? Сейчас, наверное, дота вылетит. Ладно, управление не жмется. Ну все, в принципе, если я нажму сейчас вылезти, он появится тут. Вот такой вот жесткий, нереально жесткий баг. Я думал, что он полегче будет, но он жесткий оказался. То есть, теперь даже если мы влезаем в крипа, мы можем просто играть этим крипом, да? И не бояться, что нас убьют. Крипа убивают,
мы остаемся где-то в астрале. И потом в любой момент можем вылезти. Ладно, короче, шикарный баг, просто шикарный. Обузьте, это надо обузить. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.